Кировстате прошел очередной тренинг для журналистов. На этот раз статистики рассказали, как рассчитывается индекс промышленного производства и почему он так важен для развития экономики. А в начале встречи отметили ГТРК «Вятка» за популяризацию официальной статистической информации. Интерес к статистике растет, а пересказать сухие цифры отчетов доступным языком не так уж просто. Наша телекомпания стала лучшей среди СМИ по итогам мониторинга Кировстата. Сотрудникам ГТРК «Вятка» вручили благодарственные письма за объективное освещение статистической информации. Газеты, интернет-издания, телевидение и радио сейчас основные проводники между официальными органами и населением. В этом году Кировстат начал активно работать с журналистами по разъяснению методологии расчетов статистических показателей. Главной темой нынешней встречи стал тренинг по теме «Индекс промышленного производства». Этот показатель характеризует развитие промышленности в динамике, показывает рост или спад производства. Один из главных индикаторов, отражающих состояние национальной экономики. Показатель востребованный и оперативный. Если другие экономические показатели, например, сроки по получению данных по расчету валового регионального продукта, они идут с большим опозданием, то индекс физического объема, он у нас получается очень короткие сроки. Публикация его уже проходит на 10-й рабочий день после отчетного периода. Индексы производства рассчитываются каждый месяц, а значит, можно проанализировать и внутригодовую динамику, и в отношении к предыдущему или другому базисному году. По данным Кировстата, индекс промышленного производства в регионе составляет 99,2%, а в ПФО Кировская область занимает 10-е место по этому показателю. Валентина Палкина, Игорь Охотников, Вести Киров.